Трудная изобретательская задача, трудна потому, что в ней содержится техническое противоречие. Пытаешься улучшить одно какое-то свойство технического объекта, ухудшается другое свойство. Пытаешься выполнить одно требование, нарушаешь какое-то невольно другое требование. И вот так вот бьешься с этим техническим противоречием. Ну вот что такое техническое противоречие? Режиссер попросил меня прийти сюда, вот, прямо на улицу, и начал в каком-то наглядном примере показать, что такое техническое противоречие. Ну, наверное, и не надо было бы даже выходить на улицу, потому что, ну, вот тот же микрофон, вот, пожалуйста. Можно сделать микрофон чувствительнее, и тогда он передаст все тонкости моего не очень красивого голоса. Зато будет он очень усиленно ловить и посторонние шумы, помехи. А в одном выиграешь, в другом проиграешь. И так, собственно, с любым техническим объектом. Мы пытаемся как-то улучшить что-то, одну часть, но какое-то свойство. Невольно ухудшаем другое. Ну, взять хотя бы автобус. Вот автобус должен быть длиннее для того, чтобы вместить больше пассажиров. Но как он развернется, такой длинный автобус? Техническое противоречие, опять же, надо его решать. Изобретательская задача, в сущности. Простая задача, простое решение. Вот оно, едет автобус, разрезан он пополам, принцип дробления, и соединены обе части.